Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Петр Баранчеев делал мебель и вырезал иконы. Как он стал актером, кто его супруга и как выглядят дети. Петр Баранчеев – российский актер театра и кино. В его фильмографии уже 70 сыгранных ролей, а ведь ему всего 48 лет. Петр играет в основном людей в погонах или богачей. Больше актер сериалов, нежели фильмов. В детстве будущий артист хотел быть скульптором, создавать красоту, но выбрал работу столяра и обучился работать с деревом. Он тогда думал, что делая мебель, можно хорошо зарабатывать. Во время учебы вместе с другими студентами он создавал мебель, которая затем продавалась на выставках. Но кроме благодарности студенты ничего больше не зарабатывали. Затем тоже компания делали резные иконы, которые уходили на выставки, а также сами их продавали. Но Петру хотелось стабильности, а работа столяром изрядно надоела, поэтому он решил сменить кардинально свою профессию. Уехав в Москву, Петр поступил на режиссерский факультет гуманитарного вуза, где проучился 3 года и узнал о наборе в школу-студию МХАТ. Он перевелся на актерский факультет. Учеба актерскому мастерству ему очень нравилась. Однако, как оказалось, профессия актера очень нестабильна, и деньги зарабатывает тот, кто оказался востребованным и популярным. В непростой период безденежья Баранчеев мог работать кем угодно – охранником или санитаром, ведь отчаяние не для сильных духом людей. Со своей супругой Петр познакомился, когда ему было 26 лет. Она всегда и во всем его поддерживала. Именно она, уверен артист, помогла ему стать востребованным и успешным актером. Свою личную жизнь Петр никогда не комментирует и о жене не говорит. Фото с женой и дочкой в свободном доступе практически нет. Известно, что его супруга не имеет никакого отношения ни к миру театра, ни к миру кино. Петр женат уже около 20 лет. У супругов есть дочка Василина, родившаяся в 2012 году. Девочка занимается художественной самодеятельностью, однако папа не хочет, чтобы она в будущем пошла по его стопам. Став востребованным в своей профессии, у Петра стало мало оставаться времени на семью, но он рад, что все тяжелые времена уже позади, и теперь его семья финансово защищена. Сейчас у него много ролей. Можно и поэкспериментировать, как говорит актер. Быть востребованным актером и при этом иметь дружную семью – это, несомненно, большой талант, а также тяжкий труд. Хочется пожелать этому артисту счастья, семейного благополучия и творческих успехов, конечно же, новых интересных проектов и главных ролей. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста, нравится он вам или нет, какие картины с его участием вы успели посмотреть, а может какие-то даже и полюбить. Всем огромное спасибо за внимание, желаем всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения, до новых встреч и всем пока-пока.